Сейчас мы общаемся с президентом и главным идейным вдохновителем АФЛ Романом Ферстенко. Рома, здравствуй. Здравствуй, Хасан. Конкретно хочется тебе задать первый вопрос. Твоя оценка первого сезона, кратко, как ты его оценишь? Как и говорилось, много было сказано, много было сделано. Наша программа выходит впервые, событий за последнее время было очень много, о чем мы хотим с вами поделиться. И начнем сразу же. Чувак, прекрати. Ром, что за ситуация в плане игры, почему был такой накал страстей, с чего это началось? Так, справедливо, наоборот, даже с технических причин мы не можем.